Дорогие друзья, добрый день. Мы выходим впервые в прямой эфир. Рада вас всех видеть. Сейчас я приглашу на связь спикера, который у нас сегодня будет также участвовать в эфире. Сейчас. Ожидаем Ивана. Господи. Сейчас должен подсоединиться уже. Ура! Да, ура! У нас это был прекрасный процесс, ну, с почином. С почином. Ну, как, Иван, как удобнее, на ты или на вы? На ты давайте, конечно. На ты, хорошо, да, давай. Да, я ты. С вами на вы. Нет, тогда так, мы. Нет, тогда мы тоже сейчас, на вы. Простите, пожалуйста, у меня тут кот в эфир вошел, я его не приглашал. Да, мы всегда рады таким гостям. К вам в первую очередь. Спасибо. Всем привет. Привет, да. Напомню тему сегодняшнего эфира. Как-то она так замялась за техническими моментами. Мы придумали рубрику для нашего канала, которая пока вот в Инстаграме планируется, «101 карантинец», чтобы поговорить с нашими любимыми режиссерами, которые все время на съемках, но которых мы очень любим и всегда рады видеть в эфире. Пользуясь карантином, приглашаем их в эфир. Ивана мы сегодня позвали, потому что в рубрике «Шо дня», то есть премьера, сегодня на канале его фильма «Нет». Вот, собственно говоря, вопросы будут в основном про этот фильм, то есть мы представим его нашим зрителям, а дальше уже как пойдет, в принципе, у нас тема заявлена «Как снять кино на мобильный телефон», я думаю, что... Неплохо. А как же еще сейчас снимать кино, если не на мобильный телефон, если только у кого-то вдруг дома не завалялась камера? А вы, кстати, сейчас не практикуете съемки по Зуму? А, нет, у меня другая история. Мне, честно говоря, кажется, что это классно. Все бросились в этот формат, и Базилевск, с которым я сотрудничаю, с которым я работаю, он делал это еще до того, как это стало мейнстримом. Вот. Но очень многие из проектов такого рода, очень многие Zoom-проекты, Skype-проекты и прочие проекты на удаленке, это такие анекдоты, мне кажется, сделанные немножечко наспех и не учитывающие тот огромный мир онлайн, который мы все видим, вот в том числе и сейчас. Да? То есть это тоже видео, в общем-то, но сделанное под видом современных технологий а-ля Screen Life. Вот, а мы, как правило, стараемся делать настоящий Screen Life, скажем так. Хорошо. Вот. Немножечко отрекламировал Базилевс просто. Да-да-да. Ну, мы про Алису, я думаю, поговорим еще, потому что давайте. Такой громкий проект. Но сейчас вернемся к фильму «Нет», да, который вы сняли в 2018 году, сразу после дебюта в Голливуде. Я два слова. Да? Сразу, да. Вы знаете, я прям моргнул, и уже 2017, насколько я помню, год, и я снимаю второй. А тот был в 2014, да. Так что не могу сказать, что сразу какое-то время мне все-таки понадобилось для того, чтобы понять, что вообще такое кино, потому что тот мой дебют произошел тогда, когда я вообще не писал киносценарии и не снимал ничего, а занимался тогда рекламой. Вот. А потом, когда прошло какое-то время, я понял, что я изголодался немножечко по кино и хочется снять еще, потому что это как наркотик, наверное, потому что я их не употребляю и никому из тех 5 не, человек, которые нас смотрят, я не советую. 12! Вот. 12! Да-да, простите, я 7 пропустил, я просто очень маленький экран, и я смотрю, все, кто приходит, привет. Вот, и мы с моим товарищем Антоном Сазоновым вдруг решили, что можно снять фильм по сценарию, который я давно написал, и он долгое время лежал, а я над ним долгое время рефлексировал. И вдруг вот Антон, прекрасный режиссер и мой сопродюсер на том проекте, сказал мне, давай снимем твое кино. Я сказал, давай, и все, собственно, завертелось с того момента в 2017 году. 17, это в 2018 он был просто представлен на Кинотавре, а так как мы делали это малыми силами, скромными средствами и на свои, то, соответственно, процесс постпродакшена занял много времени.
Если я буду слишком много говорить, вы мне сразу скажите, просто вот так мне показываете. Не, я ничего не буду показывать. Я сейчас буду как радио, если честно. Или пусть зрители мне пишут, когда нужно замолчать. Да, да, у нас зрители регулируют процесс. Я напомню, что фильм получил в 2018 году приз на фестивале «Короче» за лучшую режиссуру. Да, так и есть. Да. Это классный фестиваль короткометражного кино, наверное, лучший в России, посвященный именно короткометражному кино. И очень здорово, что жюри тогдашнее его так высоко оценило. Это было очень приятно. Это был тот случай, когда я решил после «Кинотавра» не ехать на фестиваль. Вот. И, собственно, ровно в тот момент приз мой получил... фильмы получил приз за режиссуру, и на сцену выходил Антон, который очень много добавил этому фильму, поэтому я очень за него рад, что он подержался тоже за эту статуэтку. Ну, фильм замечательный. Пару слов о нем скажу, чтобы не раскрывать интриги. Собственно говоря, сюжет заключается в том, что парень, который исполняет наш теперь уже очень звезда Паль, делает предложение. После нашего фильма, да, он стал звездой. Да? Да? Как раз. Но сейчас конечно, об этом... конечно, вы что? Поговорим. Вот, делает предложение своей девушке, и девушка отвечает... Нет. Отказом, да. Отказом, иначе фильм бы назывался «Да». Может быть, и фильма тогда бы не было? Возможно, или это был бы совсем другой фильм, например, фильм «Горько» это мог бы быть. Но, к сожалению или к счастью, это совсем другой фильм. Да, вот я где-то прочитала в одном из интервью, что фильм заставила снять какая-то собственная невысказанная история, что был какой-то момент в жизни, когда вот именно не получившийся разговор, из-за него, ну, как бы вот до сих пор вы о нем сожалеете. И с помощью этого фильма как-то захотелось досказать, так ли это? Ой, вы знаете, это как и любой фильм, наверное, на чем-то своем основан, но скорее на ощущениях, чем на каких-то событиях из жизни, потому что я очень люблю разговорное кино, я люблю разговорную такую трагикомедию, раздумчивую, вот, и мне просто показалось, что это интересный момент, о котором как будто бы, ну, которого я как будто бы в кино не видел. Самое интересное же происходит после того, как человеку говорят «нет». Вот. Мы видим обычно «да», все это происходит, если только невеста не сбегает, это какое-то другое кино. Вот. А мне было интересно, что происходит после. Я специально не стал в сценарии вносить сам момент предложения, потому что мы все примерно понимаем, как человек там мнется, какую-то бумажку держит в руках, читает по ней, как он любит и так далее. А вот что происходит дальше, вот это вот молчание, мне показалось интересным. Так что нет, это, ну, история такая же личная, как личная история там для Верховина, фильм «Звездный десант». Вот. Ну, то есть, как и любая история, которая написана и снята тобой, она всегда личная. А в остальном, ну, наверное, нет. Это все выдумки. Вот. Понятно. Я вот нашла в YouTube видео запись спичинга, на котором вы презентовали свой фильм. И там такой вот ролик предварительно, такой, который атмосферу передает. Вы говорите о том, что хотели бы снять что-то в стиле, если Призанов соединился с Гондри. И интересно, я заметила, что на тот момент еще не было кастинга. Да, вот, да, так и было. А вы знаете, с этим питчингом интересная история. Это первый и последний питчинг, на котором я присутствовал. И так, ну, мне просто везло, наверное, что все проекты, которые я делал потом, они обошлись без питчинга. А так вообще интересное мероприятие. Всем советую, ходите на питчинги. Вот. И удивительно, потому что я после фильма, уже забыв... об этом ролике, который я сделал, питчинг, его пересматривал, и мне казалось, что я все изменил, но когда я смотрю этот ролик, я понимаю, что это примерно, то, что называется муд-видео, это примерно то, что я в итоге и создал. И это, конечно, поразительно, потому что, видимо, что-то подсознательное все-таки сработало. Говоря о смеси Рязанова и Гондри, я сказал тогда, да? Да. Какой же я невероятный балабол. Рязанов и Гондри, да. Ну, там, наверное, больше Рязанова, если вообще говорить в таких категориях. Из Гондри мне казалось интересным на тот момент, когда я пичевал, рассказать
показать мир подготовки к альтернативной свадьбе там. И мне вот как раз казалось, что вот там есть что-то из мира Гондри. Вот скатерти там накрывают. Дальше там была идея там показать, есть как Угу. все накрывают эти столы. Шура Фатина, прекрасный художник-постановщик, всю ночь для этой сцены резала маленькие букетики цветов, которые должны были пойти на столы, и в итоге так и не пошли. Ну, то есть, вот в этой части, я думаю, что вы увидите, что там осталось, а чего там нет, мне казалось, что должно быть ощущение фильма «Гондри». А в остальном, да, ну это больше такая лирическая, наверное, трагикомедия. Да, вот тут есть еще вопросы от нашего главного редактора по поводу тоже интервью. Мы смотрели то, что у вас было, и вы сказали, что больше как раз любите мейнстрим, чем арт-хаус. Вот. И ну, это немного консервативную личность вас выдает. Вот. И, но или тем не наоборот. менее... Да, вот, а короткометражки, да, то есть вы начали с короткометражек, в принципе, они принесли успех большой. И вот все-таки вот у нас канал короткометражного кино. Вот что для вас короткометражки? Это все-таки вы их делите на артхаус и мейнстрим? И что они для вас больше? Нет, я на самом деле не делю. Мне кажется, что по понятным причинам дешевизны какой-то относительной, потому что я видел очень дорогие короткометражные фильмы и очень недорогие фильмы полнометражные. Это просто более доступный способ для молодых режиссеров, собственно, найти, мне кажется, в первую очередь свой голос, потому что ты можешь снять кино, понять, вот оно мое, вот у меня такой голос, мне хотелось бы развиваться в сторону мейнстрима, там, я не знаю, более ярких красок, там, более, может быть, медийных актеров, может быть, более каких-то общих, понятных всем тем, или мне хочется двигаться в сторону более глубоких. Хотя я честно, я не могу сказать, что я согласен с этим разделением. Ну, там, например, Уэс Андерсон — это представитель абсолютно авторского кино и при этом мейнстримного, потому что его фильмы смотрят много. Там тот же Гондри, о котором мы говорили, ну, это явный, очевидный автор, которого смотрят очень многие. Финчер — это абсолютный автор, который создал абсолютно массовые, культовые, если правильно использовать это слово, фильмы, и при этом это абсолютный автор, который ведет свою линию на протяжении всей карьеры. Не знаю, Кэмерон, ну, вот Кэмерон нет. Нет? Да. Да, ну, конечно, автор, конечно, автор. Ну, то есть любое хорошее кино, в нем всегда много автора. Хотя эти люди, в том числе Финчер, называли себя ремесленниками, насколько я понимаю. Ну, с другой стороны, и художники эпохи Возрождения называли себя ремесленниками. Вот, поэтому... Мне кажется, это разделение не совсем верно. Это просто вопрос собственного голоса. Кому-то хочется дальше уйти в глубину, а кому-то вширь. Да. Хорошо, но возвращаясь к нашей премьере, напоминаю, что сегодня фильм Ивана, фильм «Нет» в рубрике «Шо дня» на нашем канале премьеры, и дальше он будет в ротации, то есть те, кто на наш канал подписан или подпишутся, смогут его увидеть в программной сетке. Вот. И мы начали говорить о кастинге, на то, что момент питчинга еще не было, когда появились вот Палли и Старшинбал. Мне кажется, Ирина у нас даже тоже смотрит эфир, потому что я видела ник похожий, если вы подписаны. Человек, похожий на Ирину, смотрит эфир. С ником похожим. На самом деле Ира появилась первой в этой истории. И так как у меня был большой перерыв между там, первым фильмом дебютным и вторым, я так как-то не совсем понимал, как вообще общаться с актерами и так далее, и каким-то образом мы нашли Ирин контакт или Ириного агента и договорились, что в какой-то момент мы созвонимся, и мы показали ей первый фильм, и я, честно, немножко волновался, не знаю, Ира помнит или нет, вот, и позвонил, говорю, Ирина, там, меня зовут Иван, я вот такой режиссер с этим фильмом. Она сказала: «А, Ваня, добрый вечер, там, привет, я посмотрела так, что твой фильм с Умой Турман, это так было здорово, вообще классно, давай встретимся, все обсудим, мне нравится сценарий, давай переговорим». Так что это было очень легко, Ира меня опровергнет, наверное, в комментариях, если я все наврал, если она тут действительно есть. Вот, но было очень легко и здорово. С Сашей было сложнее в смысле поиска,
потому что там было несколько героев, которых я рассматривал и искал, и с которыми мы общались. Но когда появился Саша, стало просто понятно, что это он. Это совершенно нестандартная, мне кажется, для него такая роль. Он обычно такой чуть-чуть более, мне кажется, разухабистый человек, хотя, ну, на самом деле скромный, тихий, интеллигентный, помогает всем и так далее. Вот. И мне показалось, что он такой, и когда появился Саша, стало ясно, что это он. И когда сложился ансамбль, а это история на четверых, там... Алексей Филимонов, который играет официанта, это просто какая-то невероятная удача, что Алексей Филимонов играет официанта. Ну, там каждая реплика его на весь золото, мне кажется. Семен Штейнберг, прекрасный актер, который играет скрипача, и это маленький кусочек, он тоже совершенно удивительно добавил какую-то краску, хотя... Мы сделали там 3-4 дубля, и я сказал, все, здорово, классно. И он говорит, так, подожди, может быть, еще там Семен никогда не играл на скрипке до этого момента, и один день всего учился, да, и, в общем, и он говорит, может, еще? Я говорю, да нет, все есть, все здорово. Он говорит, ну, ладно, все. И, собственно, уехал. Вот. Поэтому там весь ансамбль, мне кажется, удивительным, магическим образом сложился благодаря нашим с Антоном усилиям, благодаря такой открытости актеров, настоящих актеров, мне кажется, которым интересно что-то раскрыть, сыграть, попробовать что-то новое. И, ну, собственно, абсолютно актерская история, как и все, которые я до этого делал и планирую делать. Там еще вот, да, абсолютно актерская, там еще на питчинге была реплика от Александра Цикало, что уделите внимание диалогам. Ну, мне кажется, здесь диалоги просто великолепные. Конечно, это не из Александра произошло это, но вот оно как раз, магия в том числе из-за диалогов работает, потому что каждое слово, оно вот... Долго писали вот вообще сценарий сам? Долго придумывался финал. Писал ее эту историю недолго. Мне кажется, что я всегда достаточно быстро пишу и очень долго потом переписываю. Ну, то есть, может быть, за неделю сложилась эта вся история, а потом еще 2 месяца она переписывалась. Потом была читка, на которой какие-то фразы видно было, что они не живут, и они тоже правились. Это обычная такая работа над сценарием, вы это знаете. Вот. Спасибо за диалоги, за то, что вы это отметили. Это то, что я люблю больше всего. Мне кажется, что слова — это действие, и что люди могут сидеть, разговаривать, а все равно будет невероятное напряжение и какое-то развитие. Люди пытаются меня разубедить до сих пор, я с ними частично соглашаюсь, но мне кажется, что хороший диалог — это большая редкость в нашем кино. И я рад, если это работает у меня. Работает, конечно. Возвращаясь еще к фильму, хотелось бы отметить, конечно, великолепную картинку. Это Владислав Апельянс, да, у вас, ну, оператор. Как его удалось заполучить? С Владом мы... Ну, это, опять же, произошло, как и очень многое, как и с актерами, как и со съемочной группой «Чудом», естественно. Просто мы с Владом давно знакомы, и в какой-то момент я вспомнил, как на очередных рекламных съемках с ним мы разговаривали про мою историю с фильмом «Подарок» предыдущим, и он сидел и говорил, нет, ну, Ванечка, это не случайно, это все не случайные вещи, ты как бы должен это понять, такие вещи просто так не происходят. И я вспомнил про этот диалог и позвонил Владу, и это было, наверное, начало апреля, а Влад Апельянс, ну, надо понимать, это один из самых важных операторов-постановщиков вообще, ну, в российском кино. И он мне сказал, да, Вань, конечно, давай это сделаем. Я могу в сентябре, сказала мне. График, да. Да. Я говорю, Влад, а через 3 недели, вот если, например. Я сказал, ну, в принципе, можно попробовать выкроить пару смен. К счастью, так получилось, что действительно у Влада, ну, так все сложилось, что у всех героев, востребованных актеров, команды очень хорошие, оказались окна именно в это время, и 2 ночи они смогли нам посвятить. И просто каким-то чудом все сложилось. И действительно, картинка прекрасная. Я Влада пытался приглушить всячески. Говорил, что давай это делать в
таком минималистичном ключе, чтобы ничего не отвлекало от героев, только буквально несколько проходов было со стедикамом. Это такая закрепленная камера, если кто не знает, которая дает плавное движение, плавную картинку во время движения. Вот. И, собственно, все. Все остальное там очень-очень просто создано. И весь этот визуальный мир, он очень простой. Влад, наверное, мучился, но мне ни слова не сказал. Потом перезвонил, сказал, что я был прав. Одна из самых приятных вещей, которую может услышать режиссер, что это стиль и что как будто все получилось. Да-да-да, очень красиво. Еще, конечно, вот поклонники фильма ломают копья на тему концовки. Я даже слышала такую версию, что изучали там в конце хлопок машины, не будем интригу раскрывать, но там вот хлопок машины, дверца машины хлопает, и там даже были вот какие-то, я помню, какая-то встреча была с вами, и там народ это говорил, что это какой-то вот по звуку можно угадать все-таки. Закрытие дверцы происходит в каком контексте? Я вот сегодня только вспоминал этот момент, что есть еще третья группа людей. То есть есть люди, без спойлеров, которые говорят «сел», и есть люди, которые говорят «не сел». И это был самый популярный вопрос, который мне задавали. Это какие-то монологи пишешь, там сложные про взросление и прочее. Да, важно, сел, не сел, но это урок был для меня. А есть еще группа, которая просто не досматривает, знаете, до этой концовки. То есть они считают, что вот люди в ресторане как бы сели, свет выключился, и все, и как бы можно уже выходить. Да? Вот. Я честно, да, там определенно есть хлопок, раз уж мы об этом заговорили. Конечно, он есть, но он может означать как одно, так и другое. Вот, то есть там он ничего не выдает, поэтому это по-прежнему история такая интерактивная, используя модное слово. Вот. Ну, поэтому это зависит даже не от человека, а от того, в каком состоянии сейчас человек пребывает. Кто-то говорит, да, точно, все там хорошо. Другой говорит, нет, точно, все хорошо, но совершенно в другую сторону. Очень странно рассуждать о концовке, пытаясь как-то все это обойти, все спойлеры. В общем, вы посмотрите, а потом напишите, как вы думаете. Можно же устроить еще голосовалку. Да. Давайте все механизмы Инстаграма используем. Да, голосовалку, да. Потому что я сама, когда фильм пересматриваю, у меня иногда, я думаю, так, иногда так, ну, то есть я его неоднократно фильм смотрела. Естественно, автора мы не будем пытать на этот счет, потому что конечно, оставим за зрителем. Я не знаю больше зрителей точно здесь. Вот тут, кстати, котика просит показать. Котик. А вы видели котика? Да? Сейчас будет котик. Котика, пожалуйста. По-режиссерски. Сейчас, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оп! О, чудо! Вот что это, значит у нас режиссер в эфире. Это магия режиссера. Спасибо вам, друзья, большое. Котик вот, отказывается. Да. Ну, вы же не хотите, чтобы я с котиком сидел? Да никто на меня тогда смотреть не будет. Все будет смотреть только на кота. Вот они, звезды. Да, конечно, я здесь просто приложение к нему. Да, вот комментирует, какое чудо, ну все, уйдем от этой темы. Лучше не будет, да. Возвращаясь к фильму, нет, мне кажется, мы достаточно, если будут вопросы, мы ответим, Иван, вернее, ответит по поводу фильма, нет, но пока вопросов нет, потому что наши зрители его еще не видели. Напомню, что премьера сегодня, спрашивают, как зовут кота. Все, у нас появилась звезда. О, я же говорил, нельзя показывать кота. А кота зовут очень по-разному, в разные моменты, потому что мы его взяли из приюта, и его зовут... Его тогда звали почему-то Пусик, это было написано на его паспорте. Мы подумали, ну какой он Пусик, конечно, давайте назовем его Песик. Вот. А потом мы подумали, это очень странное имя, и месяца три звали его Котика просто. А потом мы поняли, что его вообще не надо звать, потому что он все время рядом, и он... То есть его надо только отгонять, а придумывать отдельное имя, чтобы его отгонять, не стоит. Давайте поговорим про кино. Да, тут вот, кстати, вопрос пошли по теме животных. Как судьба кролика из фильма «Подарок»? Тоже достаточно популярный вопрос. Вы знаете, так это же второй кролик. Там одного убили же на дубле. Знаете об этом?
Нет, я шучу, конечно, нет, все да, хорошо. Да. Я просто вспоминаю, что тогда привезли двух кроликов, потому что был кролик и дублер кролика, и человек, который следит за кроликом и дублером кролика, чтобы не все было хорошо. Там кролики живут, честно, лучше, чем многие из нас сейчас и питаются. Поэтому не переживайте за кролика из фильма «Подарок». Вот, он подмигнул и прекрасно сейчас подмигивает в других фильмах. Хорошо, дай бог ему здоровья. Как раз вот тот случай, когда, видишь, это, видите, вопросы, это был американский кролик. Это был американский кролик. Нет, мы привезли кролика из Москвы, конечно. Ну, конечно, американский, простите. Ну, это был, ну, хороший игровой кролик. Просто у нас с дрессировкой кроликов не очень, а там развитая эта школа. Прекрасно. Вообще, вот, возвращаясь к первому фильму, дебютному, «Подарок», это просто вот настоящий подарок во всех смыслах был судьбы, но, конечно, заслуженный подарок, потому что я так понимаю, что вот этот успех, да, напомню, что для наших зрителей, что Иван дебютировал в кино короткометражным фильмом «Подарок» с участием Умы Турман. Он победил в конкурсе «Jameson First Shot», который несколько лет подряд проводился. И, по-моему, там что-то 382 было, да, участника, я читала? Или это шорт-лист был 382 участника? По-моему, 382, да. Да. Ну, в общем, огромный конкурс. Сценарий нужно было писать на английском языке. Потом долгие отборы участники проходили. Был топ-10, по-моему, да? И в результате... Нам сказали, что есть топ-10, честно говоря, и после этого был телефонный звонок с Умой Турман, которая тоже принимала участие в отборе. Но я, честно, я не могу это проверить, был это топ-10 или топ-3 или там топ-8. От каждой страны должен был быть один победитель, и от России, по-моему, было там 380 заявок, что-то такое. Вот. Но когда она звонила, она спрашивала очень специфические вещи, поэтому, может быть, они уже приняли решение на тот момент и просто должны были подтвердить, что я не сумасшедший и что я на нее не наброшусь или она на меня вообще... Ну, как... Неизвестно. Мне кажется, что так или иначе, да, все здорово сложилось. Мой сценарий оказался наверху этой стопки, поэтому они его взяли, и именно я снимал это кино. Я где-то тоже читала по поводу идеи сценария, что у вас идея родилась, когда вы, проходя по торговому центру, увидели вот этот островок с подарками и подумали, что вот драматургия. Человек у всех праздник, а человек вне праздника, и это было началом идеи. Или это что-то другое было? Нет, в данном случае как раз все так. Да, да? Это был цветной, да, универмаг цветной, и я работал тогда в рекламном агентстве «Маккен», прекрасно, всем привет оттуда. И, собственно, да, девушка очень вежливая, очень деликатная, упаковывающая там подарки, меня натолкнула как раз на эту мысль, потому что это человек, который находится все время внутри праздника, и при этом сам к этому празднику отношения не имеет. Это, ну, это очень интересно. Как будто бы это уже готовый образ. Хотелось этой девушке что-то дать, а потом дальше от нее все это раскрутилось. Поэтому, да, я очень быстро это написал и не отправлял до последнего дня, по-моему, потому что думал, зачем это делать, ничего же все равно не получится. Да, а вот здесь такой вот важный момент, потому что вот помню, разговаривали с Юрием Быковым на эту тему, он там несколько лет работал аниматором в студии, и в какой-то момент он понял, или сейчас, или никогда. То есть либо он делает вот сейчас вот этот вот шаг, переход, ну, то есть было страшно, безумно, вот, но он сделал и ни о чем не пожалел. А вот как вы себя в этот момент, как заставить себя перейти вот это? То есть можно было и остаться и со сценарием, я понимаю, это очень такой сложный момент для автора. Вы знаете, я вам честно скажу, не буду придумывать здесь легенду. Все, что было связано с «Jameson First Shot» и «Подарком», это было такое, ну, в этом до сих пор остается как бы момент некоего чуда, да, чего-то не очень осмысленного, потому что мои коллеги по рекламе писали сценарий, ну, потому что это был всем известный конкурс, вот, с добрыми, хорошими людьми. Кевин Спейси там был одним из них. Все, ну, видите, хорошая компания подобралась. Да. Позитив, да. Вот. И, соответственно, туда многие писали. И написать туда значило
ну, не значило, в общем-то, особенно ничего, да, то есть понятно было, что шансы мизерные, и понятно было, что люди писали, чтобы от и до, ну, то есть для меня, я себе ставил так задачу, что для меня это повод от и до написать сценарий, потому что это был мой первый сценарий в киноформате, вот в этих отступах всех, знаете, а я тогда не знал, вот, который я написал. Так что это был для меня такой урок, который вдруг для меня закончился чем-то невероятным. Вот. А вот уже история с «Нет», она была осмысленной, там уже нужно было на это решиться, и Антон, собственно, как раз придал мне этой решимости, и нужно было отходить ногами все эти рестораны, поговорить с администраторами, там, а как, что, вот, а можно у вас снять, а за сколько, там, и так далее. Вот, собрать команду, поговорить, зарядить этих людей, в общем, ну, так что это была более осмысленная вещь, а подарок был таким каким-то невероятным трамплином чудесным, с которым нужно было еще примириться просто ментально и, в общем, не сойти с ума. Но здорово, что не Леша Нужный, который сейчас уже всем известен, а тогда снимал первый год выиграл и снимал «Конверт» фильм, не Антон Ланшаков, они как будто бы с ума не сошли, по крайней мере, мы об этом не знаем. Вот. Да, успешно продолжает работать. Вот насчет Антона не знаю, Алексей вот достаточно в кино активно работает. Да. А вот, да, получается, победители стали практически все рекламщики. Вот насколько был опыт, ну да, Алексей и Антон, по-моему, они тоже... Алексей, по-моему, никогда не был рекламщиком, насколько я знаю. А вот Антон, да, у него связанная с рекламой была профессия, да. Ну, это просто вопрос, видимо, привычки писать сценарий, а может быть, формата конкурса, я не знаю. Ну, не могу сказать, что моя история была... близка к рекламному ролику. Не знаю, мне кажется, зритель должен уже сказать. Да. Я просто тут хотела подвести вопрос, насколько вот вообще опыт в рекламе, потому что вот у нас, я смотрю, режиссеры, которые, фильмы которых идут на канале, очень большой процент какой-то имеет отношение к рекламе. Либо копирайтеры, либо там, ну, то есть какой-то опыт есть в рекламе работы. То есть насколько я видел, он... вот у вас, простите, что же ты перебиваю, взятку, да? Леша Харитонова. Да. То есть большая вероятность, что из хорошего копирайтера может получиться режиссер. Вот что в профессии рекламщика именно этому помогает? Или это, ну, как-то, на мой взгляд? Это хороший вопрос, честно говоря. Я не могу сказать, что я много об этом думал. Но мне кажется, во-первых, будучи рекламным копирайтером, ты очень много пишешь сценарии. Какие-то из них... ну, абсолютно функциональные, в них нет никакой драматургии, нет героев, характеров и так далее. Какие-то из них более глубокие. Плюс ты придумываешь концепты и идеи, а очень многие хорошие сценарии, это в первую очередь там хорошие концепты. Например, я не знаю, там фильм «Платформа», который недавно вышел на Netflix, это в первую очередь классный концепт, да, из которого могло быть 10 хороших сценариев снято. Я думаю, что вот и плюс мы много пишем, ну, то есть копирайтеры очень много пишут, и это для них работа, ну, то есть они не рефлексируют целый день над пустым листом, потому что у них нет такой возможности. А когда у тебя есть этот навык, что ты пишешь вопреки, то рано или поздно ты начинаешь писать хорошо, а это то, что нужно. Вот еще вопрос, да, от нашего главного редактора, не могу его не задать, потому что такой важный вопрос. Вот сценарист, он, по сути, свое дело интроверт, да, и вы, когда вот пишете сценарий, да, являетесь, ну, интровертом больше. Где-то в интервью про себя также говорили. Но вы на своем примере этот постулат опровергли и стали режиссером, то есть экстравертом. Вот... как это вообще произошло, как это вот победа произошла, личностная такая? Ну, знаете, я прочитал уже после, видимо, того, как я сказал, что я интроверт. Важная вещь, что интроверт от экстраверта отличается в первую очередь тем, как он накапливает энергию, да, что один накапливает в одиночестве, а второй в общении. Вот, поэтому это просто вопрос изначального количества энергии, которую ты готов потратить на общение с другими, будучи режиссером. Да? Ну, возможно, оно накапливается, пока я работаю над сценариями, а потом я ее растрачиваю, будучи режиссером. Потому что как раз режиссеру быть интровертом невозможно совершенно. Ну, то есть ты должен постоянно общаться, заряжать
поправлять, вдохновлять, там, вдохновляться и так далее. То есть это постоянное общение в первую очередь. Вот. Возможно, я стал режиссером, чтобы как-то немножко компенсировать свою интровертность и начать, например, говорить так много, как я говорю сейчас. Вот. Вот это. Иначе я бы просто сейчас молчал и кивал, и отвечал да и нет. Ну, представляете, что это был бы за эфир? Это Не будем сценаристов звать, только режиссеров. Ни в коем случае, о чем с ними можно говорить, послушайте. Ну, серьезно. Можно экспериментальный формат сообщениями обмениваться. Вот я думаю, здесь будет интересно, феерично. Да, такой конечно, формат, да. Конечно. Но они вам ответят через 3 дня, на самом деле. Так что, а если рекламный, привыкший к дедлайнам? Рекламный предложит вам 3 варианта. 2 будут плохими и 1 хороший, а зрители выберут. Тут, кстати, пишут, что у вас в профиле собачка есть. Вот как они с котом уживаются? Или это все разглядели? Профиле собачка? Это не моя, это из интернета. Я просто очень люблю мемы всякие, картинки из интернета. И поэтому... Да, надо, кстати, заменить ее на человека, потому что люди даже не знают, как я... Выгляжу, думают, что я просто собака, которая пишет и снимает. Это же невероятно. Надо что-то с этим сделать, мне кажется. А вот по поводу общения. Хочется, конечно, про Уму Турман спросить, потому что сразу такая большая работа, и сразу звезда, мы ее все любим очень. Ну, я читала в интервью, что, в принципе, у вас сложилось общение, но вот как-то личный опыт вот как-то... Ой, это, вы знаете, здесь сложно сказать. Во-первых, Ума Турман, как мы знаем, очень хорошая актриса. Поэтому даже если бы у нас не сложилось общение, то у меня могло сложиться впечатление, что оно у нас сложилось. По ощущениям, все было очень гладко. И она, в первую очередь, беспокоилась о том, чтобы нас не напугать. Потому что там было 3 режиссера, каждый от своей стороны. Но мы общались по отдельности, естественно. Но, тем не менее, потом... Общаясь с ними, я это понял. Потому что понятно, что ну, когда ты что-то начинаешь, это действительно страшно. Когда перед тобой стоит звезда мирового уровня, это страшно вдвойне. Поэтому, мне кажется, она потратила определенное количество усилий, чтобы немножечко успокоить нас. Все хорошо, ребята. Вот. Но дальше в процессе работы она была абсолютно, вела себя абсолютно, как ведет себя правильная актриса перед режиссером. То есть, так, давай, скажи, что поправить, какие указания, сколько там еще дублей, ты думаешь, там, ну и так далее, и так далее. И ты понимаешь, что вот, да, все это осталось там, вся эта подготовка, о, голливудская звезда, мальчик из Зеленодольска, па-па-па. А сейчас, ну, как бы тебе нужно снимать, давать указания своей актрисе, так же, как ты даешь указания своему актеру, там, Эндрю Боуэну прекрасному, или героине, которая играла бабушку такую милую в шерстяном свитере. Вот, то есть и дальше, ну, ты просто работаешь, потому что иначе у тебя ничего не получится. А тут стоят люди, которых ты не знаешь, а которые на тебя рассчитывают. И дальше ты делаешь вид, что ты настоящий режиссер. Вот тут нам провокационные вопросы задают. Кто вы считаете самая красивая актриса на ваш вкус? Ребят, ну как это вы планируете режиссеру такие вопросы? А разве это важно? Жена моя, конечно. Она не актриса, но, знаете, она как играет. Ну, да нет, ну это же не важно совершенно. То есть, ну, актеров же любят не за... Нет, конечно, их любят за внешность, на самом деле, но ценят их за талант. Вот, у нас есть несколько очень талантливых актрис. Я не буду, конечно, называть никаких имен, чтобы, пропустив какое-то, ну, я не знаю, раз мы говорим про фильм «Нет», Ира Старшенбаум, например, прекрасная актриса, очень талантливая, очень красивая. Вот. И очень глубокая. Поэтому да, но... я очень-очень рад, что мне удалось с ней поработать, и поработаем еще, я думаю. Да, а вот есть такой уникальный опыт, вы с американскими актерами работали, с нашими, ну, кроме вот языкового барьера, есть ли какая-то вот разница в работе, ну, какой-то момент, может быть, если есть, если нет, то... Опять же, вы знаете, несмотря на то, что это была настоящая работа на подарке, все равно это были... Условия достаточно тепличные, и все были нацелены на то, чтобы сделать проект. Поэтому я не могу сказать, что у меня прям огромный опыт какой-то с этим. Там все настроены на работу. Здесь актеры, с которыми я работал, также были все настроены на работу и готовы были сделать многое, ну,
ну, все возможное, чтобы проект получился. Возможно, мне просто везло, но те истории, которые я слышу, когда, ой, кто-то напился и не пришел, ой, кто-то не выучил текст, ой, кто-то там устроил скандал на площадке, они как-то меня обходили, и поэтому мне кажется, что и здесь, и там много хороших профессионалов. Там, конечно, больше, потому что туда приезжают со всего мира. Здесь тоже есть, и на наш век, мне кажется, хватит. Ну вот, имея такой международный опыт, вы свою карьеру планируете все-таки в России делать или есть какие-то наметки поехать? Ну, сейчас понятно, что карантин, но это же когда-то все наладится. То есть есть ли какие-то вот взгляды в сторону Голливуда? Я, честно говоря, во-первых, не говорил бы об этом как о карьере, потому что каждый новый фильм для любого режиссера – это вызов такой же, как если бы он снимал первый. Мне кажется так. Поэтому это не карьера, мне просто хотелось бы в каждом своем следующем фильме быть немножечко глубже, смешнее, интереснее, чем я был в предыдущем. Вот. Будет это в России с наибольшей вероятностью, но я пока не вижу ни необходимости, ни желания снимать там, потому что то кино, которое я стараюсь делать, оно не связано ни с большими бюджетами, ни с масштабом, ни со спецэффектами актеров. Мне кажется, у нас 30 есть, и ну, 30, может быть, 25. Вот, и поэтому, ну, это все, что нужно. Фактуры у нас в России хватает, актеры есть, операторская школа очень сильная, художники-постановщики очень хорошие, я поэтому, ну, то есть, мне в моем нынешнем формате вполне хватит. Вот, даже задумываясь о хорроре, это какой-то следующий большой проект, который я хотел бы делать. Да. Хоррора, домашнего насилия, такой мистический, страшный. Я понимаю, что его нужно делать в России не потому, что это именно для России актуальная тема, это общемировая проблема, а потому что мне нравится здешняя фактура. И я знаю, как здесь, я не знаю, как там, вплоть до деталей. А в кино, которое работает на инсайтах, деталях и узнаваемости, нельзя быть примерным. То есть нужно быть очень конкретным. Да, и вот есть у нас еще время немножко поговорить вот о новом проекте «Алиса», сериал, мини-сериал, который вот буквально у вас на днях же премьера была, там пару дней назад. Да, несколько дней назад, да, была премьера «Алиса». Да, это такой мини-сериал, сборник новелл, происходящих, каждый из которых происходит в салоне такси и рассказывается визуально от лица, встроенного в бортовой компьютер голосового помощника Алиса. И в каждой из этих новелл свои герои, свои пассажиры и свои водители. И по жанру они тоже разные. Это, на мой взгляд, у нас получилось с Василисой, Юлей, моими соавторами, вот, и со-режиссерами. Я просто призываю вас это посмотреть. По-моему, это и смешно, и грустно, и трогательно, и здорово. И, опять же, актерский ансамбль, который там есть, он, по-моему, захватывает дух. Вот, да. Потому что там есть и герои, герои молодежи, типа Дани Вахрушева, и есть герои нашего кино, типа Александра Филипенко, и Ира Горбачева, в общем, и Никита Кукушкина, и все-все-все. То есть там, опять же, там нет маленьких ролей, даже роли с маленьким экранным временем, они, по-моему, прекрасно сыграны. Да, и у вас там экспериментальный формат, это вот, ну как, он уже, в принципе, вошел в обиход, Screen Life, вот, то есть это было целенаправленно, вы этот прием взяли, то есть это все же началось с фильма «Алиса», вот, с отдельным фильмом, и он развился в сериал, то есть вы взяли вот этот вот Screen Life как прием целенаправленно, или это само собой как-то, ну, получалось? Ну да, это такой эстетизированный Screen Life, потому что Screen Life, который пропагандирует там Тимур Бекмамбетов и Базилевс, он такой более конкретный, он, да, он строится на узнавании, а здешняя история такая эстетизированная. И да, мы этот прием изначально применили в короткометражке, которую Василиса снимала уже 2 года назад, по-моему. А потом решили в этом же стиле продолжить, потому что нам показалось, что эта лаконичность придает
мало того, что стиля, но еще и дает внимание актерам, да, то есть это фактически такой театр одного актера на колесах, да, получился с интерфейсами, то есть там не спрячешься от камеры за склейками и так далее, и, собственно, вот что сыграно, то и есть, и, по-моему, оно сыграно здорово, но судить вот. Зрителям. Пишут, что Иван, вы крутой. Вы крутой в одно слово. Ну, нет, спасибо большое, мне приятно. Надеюсь. Да. А вы вот же с Василисой вместе писали сценарий и вместе режиссировали, да, тоже сериал, получается? А, да, с Юлией Василисой. Да, и, собственно, да, провели все эти полгода и не только на препродакшене, но и на постпродакшене, и обсуждали все-все-все от начальных титров до, ну, от концепта до титров, значков и всего-всего, что там происходит. Поэтому, ну да, это такая совместная работа. Да, а вот все-таки как внутренне лучше работать вот самому, одному, когда сценарист, режиссер, вот я даже видела, что там, ну, в принципе, в фильме нет, вы же как и продюсер были совместно с Антоном, но тоже как бы продюсер. Или все-таки вот такая вот, когда работа в команде происходит? Мне кажется, это зависит от истории. Во-первых, кино — это всегда работа в команде, да, каждый, кто имел хоть какое-то отношение к кино, он это понимает, но тут нет другого варианта, да, это не живопись и не музыка теперь уже, которую ты можешь написать один, то есть это всегда командная работа. С точки зрения именно сценарной работы, я никогда... А, нет, однажды только я работал в сценарной комнате, так называемой. Мне, честно, кажется, что это не очень рабочая схема с точки зрения, видимо, моего менталитета. Но 2-3 человека — это комфортное количество людей, которые могут работать на сценарии, если они особенно, ну, каким-то образом друг с другом близки по темпераменту, по опыту жизненному и так далее. Вот. Дальше зависит от истории, если говорить только о сценарии. Какие-то истории хочется писать одному, какие-то истории комфортнее писать вместе. И это просто вопрос, сколько миров ты готов пустить в одно произведение. Вот. Где-то ты там свой мир рассказываешь, а где-то... Это коллективная вещь. Ну, «Алиса», понятно, это коллективная вещь, несмотря на то, что там есть авторский кор, и прочее. Продолжение будет у сериала? Мы хотели, честно, сделать спин-офф про полицейских, потому что они, по-моему, потрясающие. Да, и полицейские, и там они прям просто туда. Вот, я не знаю, может быть, я что-то сейчас рассказываю, какие-то спойлеры адские, но просто делать так же не хочется, хочется дальше двигаться вперед, а что там дальше будет, я думаю, что со временем мы сами поймем и всем расскажем. Да. А чем вот карантин закончится? Какие планы? Какие-то съемки, может, уже запланированы там? Что-то? Вы знаете, во-первых, удивительная история. Не могу сказать, что карантин какие-то планы отменил. Вот, скорее, ну да, там на полтора месяца перенеслась съемка одного короткометражного фильма, который мы делаем тоже с хорошими актерами, достаточно глубокий, интересный такой визуальный вызов в стиле такого советского кино. Но добавилось два проекта, которые мы делаем сейчас в Screen Life, и работы, откровенно говоря, стало даже больше, честно говоря. Она изменилась, да, но я говорю, опять же, как человек, работающий без рельс, я привык к этому формату с Screen Life. Плюс мы делаем один маленький анимационный, пока еще маленький сериал, а тут совершенно ничего не зависит от карантина. Вот, я думаю, что вообще многое изменится, и даже когда мы выйдем на свободу все, всем этого желаю, да, ну да, мы же в вынужденном заключении, мы же не в отпуске находимся на острове, к сожалению, то я думаю, что все изменится, и мы продолжим многие работать из дома и продолжим заниматься какими-то проектами, которые могут быть рассказаны более лаконичными средствами, чем мы привыкли их рассказывать. Да? То есть почему бы не снять
И возвращаясь к нашей теме, почему бы не снять кино на мобильный телефон? Да, да, да. Вот почему бы не да. снять, да. Нет, конечно, можно снять кино на мобильный телефон, потому что, ну, мобильные телефоны сейчас так снимают, что остается только найти где-то талант. Вот, и собственно, все. А талант можно наработать, снимая много кино на мобильный телефон. Вот это все-таки такой вопрос, очень важный, да, про там, можно ли талант наработать. Получается, ваше мнение, что терпение и труд все перетрут? Конечно, конечно. Мне кажется, что единственный способ лучше писать – это писать много. Я сейчас не про графоманию говорю, а про осмысленное письмо. Единственный способ лучше снимать, будь то фотографии на смартфон или кино, это, ну, это просто снимать и рефлексировать о том, что ты делаешь правильно, что нет, находить правильных людей, которые тебе честно это скажут, а не просто друзей, которые всегда похвалят. Вот, и тогда ты будешь делать это лучше. Вот у нас... Да, нет, я молчу. Да, вообще не надо молчать. Не-не, тут просто была часть, как когда я обличаю людей, которые очень быстро становятся звездами, а при этом за душой-то у них ничегошеньки. Но эту часть мы вырежем, правильно? Мы же не в прямом эфире, в конце концов, честно. Да, просто мы в прямом эфире и ничего вырезать уже не сможем. Такое дело, все. Все зафиксировано, ушло сразу в вечность. Ну ладно. А вот вопрос по поводу рекламы. То есть вы сейчас полностью занимаетесь съемками и вот копирайтингом, рекламной деятельностью, уже рекламные проекты не делаете? Я практически не делаю рекламных проектов. Ну, бывают какие-то большие рекламные ролики, фильмы, там, трехминутные, пятиминутные. Вот, я в этом участвую, я их пишу, но не снимаю. Но я много работаю, так сложилось, с брендированным контентом, так называемым. Ну, вот Алиса, ее, если... люди, у которых нет сердца, они назовут ее брендированным контентом, например, да? Потому что там как бы это Медиалаб, Яндекс.Такси представляют и так далее. Вот. И в брендированном контенте есть несколько проектов, но мне кажется, что это не, ну, совершенно не отменяет творческих каких-то задач, и это очень далеко от рекламы по задачам, по глубине, по степени проработки. Опять же, не умаляя достоинства рекламы, она... прекрасно, совершенно особенно прекрасная реклама. Но да, сейчас много в брендированном контенте, и есть вещи, которые, ну, совсем художественные, не имеющие отношения к каким-либо брендам. Вот там тот вопрос как раз про деньги задали, раз заговорили про рекламу. Там первый, вот он ушел, там был вопрос, можно ли этим заработать, или у режиссеров небогатая жизнь. Провокационные, ну, вопросы. Вы заметили, какую простую воду я сейчас пью? Это же не Сан-Пеллегрино, это не ВОЗ в стекле. Нет, на самом деле, конечно, конечно, этим можно заработать, и сценарной работой можно заработать, а режиссурой тем более можно заработать. Всем можно заработать, если ты делаешь это хорошо. И, ну, я стараюсь делать то, что я делаю хорошо, и насколько мне позволяет мера моего таланта, и, ну, меня это кормит. Да, у нас уже время, к сожалению, подходит к концу. Хотела напомнить, что Иван, автор фильма, который вы увидите сегодня у нас в эфире, премьера в рубрике «Шот дня», фильм «Нет», с Александром Палем и Ириной Старшенбаум в главных ролях. Смотрите с сегодняшнего дня и далее в программе. Вот, мы доступны у различных провайдеров кабельного телевидения, например, у Ростелекома. Вот, остальных можно на нашем сайте посмотреть. Иван, спасибо огромное за бесценное время. Я надеюсь, что еще будут поступать отзывы на эфиры, и, возможно, мы повторим, потому что мы хотели показать фильм «Алиса» тоже. Не знаю, как пройдут переговоры, это, к сожалению, такой вопрос, поэтому у нас... Пока смотрите где-нибудь на неудобной площадке, типа Ютьюба. Вот. А потом уже переходите на удобную площадку Шот ТВ. Я шучу, простите, пожалуйста. Нет, все хорошо, смотрите. Нет, по-моему, это очень... даже спустя время это трогательное, смешное. И мне кажется, получилось искреннее кино. Напишите, что думаете, я буду рад. Спасибо, спасибо, Иван. Надеемся вас увидеть еще у нас. Спасибо. Спасибо. Спасибо, всего хорошего. Да, все. Пока-пока.